Читаем. Полчаса. Оп! Нырнула. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Читаем. Когда директору полчаса дела минет в кабинете, на работе, но есть одно но. Что но? Давайте предположения свои в комментариях. Да, я думаю, он просто еще не кончил, как бы, поэтому она туда и нырнула, да? Но он еще не кончил, придется продолжать, как бы, да? Ребята, прикольные ролики чаечки шпарят, как бы, да? А потом они хотят, чтобы их брали замуж, да? Вот там вели, там, этот, в ЗАГС обеспечивали, еще и с деточками их принимали, как бы, да? Ну, а что, ты не настоящий мужчина? А то, что она на камеру, там, я понимаю, что это постанова, хотя не факт, нифига, да? Вот, но тем не менее, как бы, да, вот она просто показывает, что она стоит на коленах и сосет. Еще и рот вытерла, там, ее обкончали, ей рот, да, как бы она взяла и вытерла. Берите их замуж, берите.